Сейчас ямочный ремонт горячим асфальтом ведется на улице Артема. Укладывают верхний слой асфальта бетона. По такой же технологии планируется заасфальтировать еще 10 участков города. После завершения ремонтных работ в 19-м микрорайоне специалисты перейдут на улицу Московское шоссе. Плановый ремонт близится к завершению. Изначально было 97 объектов, сегодня уже выполнено 85. Это порядка 60%. Площадь дорог, на которых ведутся работы, составляет 340 тысяч квадратных метров. Основные работы завершатся к 1 сентября. Анна Николаева, Кристина Годунова, новости Ульяновской правды.